Самое удивительное, что это дебила как будто нахуй Иисус охраняет. Но вы видели, как он ездит, блядь? Вы видели, как он ездит? Сука, ни разу не разбился. Никогда, только один раз, блядь, головой ударился. Шрамик небольшой. Сука, уже 5 машин разбил. Сколько людей он мог угандошить? Ничего не происходит. На него, блядь, эти охотились, блядь, чеченцы. И то сухим вышел из воды. Да как так? Устроил теракт, по сути, блядь, в этом... В торговом центре, блядь, и его отмазали. Да что происходит? Что происходит? Как так? Этот ублюдок вообще не должен был с таким характером дожить до своего возраста. Он, блядь, воевал на Донбассе. Убивал людей. И его даже, блядь, не ранили. И у него даже нога в порядке. Он этой ногой вертушку крутит и людей в кому отправляет. Да сука, что не так с этим ебучим миром, блядь?